конечно, чем больше в городе набережная, тем удобнее и интереснее людям жить и работать в центре города. Есть возможность прогуляться. И новоселы нашего дома в ближайшем будущем получат прекрасную возможность проводить много времени на улице, гулять с детьми в колясках. Детишки смогут кататься на велосипедах, так как мы проложили новые велодорожки, обустроили тротуары. И набережная в скором времени, я думаю, приобретет прекрасный вид.